Сегодня стало известно о задержании бывшего директора столичного аэропорта Домодедово Вячеслава Некрасова по делу о теракте 5-летней давности. Его доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Следствие также просит арестовать еще двоих экс-руководителей коммерческих структур, которые занимались безопасностью в воздушной гавани и управляли аэропортом. По мнению СКР, топ-менеджеры не обеспечили стопроцентный досмотр посетителей, повысив тем самым уязвимость комплекса. В результате 24 января 2011 года в зал прилетов беспрепятственно проник террорист. Смертник. Он привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Погибли 37 человек, более 170 пострадали. Ранее все трое задержанных руководителей проходили подозреваемыми по делу о неисполнении требований безопасности, но расследование прекратили, поскольку не было найдено состава преступления. Добавлю, Мособлсуд осенью 2013 года приговорил к пожизненному сроку троих соучастников террориста, помогавших ему добраться в столицу из Ингушетии и передавших ему бомбу. Еще одного посадили на 10 лет.